Всем привет, а вы на канале Топ Армия. Подводный крейсер «Князь Владимир» заступит на боевое дежурство. Первая российская субмарина проекта «Борей-А» в скором времени поступит в распоряжение военно-морского флота России. Об этом сообщил глава ОСК Алексей Рахманов. Подлодка «Князь Владимир» заступит на стражу рубежей совсем скоро, так как в ближайшие несколько недель будет подписан акт приемки-передачи ракетного крейсера. Планируется, что военно-морской флот получит современную подлодку до февраля текущего года. На данный момент в распоряжении российского военно-морского флота уже есть три субмарины, относящиеся к проекту «Борей». Это Юрий Долгорукий, Александр Невский и Владимир Мономах. Первая подлодка модернизированного класса будет превосходить их по многим показателям. Согласно имеющейся информации, уровень шуба князя Владимира куда ниже, чем у предшественников. Кроме того, планируется, что новинка более маневрена и способна лучше удерживать глубину. Усовершенствованы были и системы управления оружием. Но мощь российских ВМФ не только в самих кораблях и подлодках, но и в силах прикрытия. Как сообщалось ранее, в акватории Черного моря был испытан гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Гиперзвуковой комплекс «Кинжал», способный поражать вражеские надводные корабли в случае необходимости. А как думают зрители канала, успеют ли сдать в срок подводную лодку «Князь Владимир»? А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала Топ Армия.